Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сейчас матч, завершающий на субботу, 4-й тур. Рады команд приветствовать. Будем так говорить, с продолжением интересного достаточно чемпионата. Днепр, по-моему, 3-й тур только лишь играет, а вот Симонс как раз не пропускали. При этом, что, может быть, даже не про второй тур, а один из туров, у них было, кстати, техническое поражение. Итак, друзья, давайте пройдемся немного по составу. В составе команды «Симонс» Маргун Михаил, Русин Сергей, Дубицкий Руслан, Захаров Артем, Анафричук Антон, Степанищев Дмитрий и Кощеев Дмитрий. В составе же команды «Днепр» они в манишках сегодня. Румянцев Василий, Аксим Тенко, Андрей Клименко, Игорь Загни, Виталий на воротах, Дачьян Евгений, Мисюра Дмитрий и Кузьминский Владимир. Максим Тенко Андрей навешивает на Дачьяна. Там достаточно просто играет Рисин Сергей. Дубицкий. Слабый пас. Но сразу же Румянцев пробует пробить. Команда «Симонс» отличается, конечно, такой своей стабильностью, да, в игре, но при этом второй тайм для них всегда как-то так более провален. Ну и, конечно, побед у них крайне мало было, за учитывая длинные дистанции. У нас 3 турнира. Но сегодня нету, будем так говорить, уже одного бомбардира, который стабильно помогал. Есть новые заявленные игроки. Посмотрим, как они повлияют на какое-то качество игры. Ну все. Дачьян. Отличный перехват Захаров Артем. Останавливает его Кузьминский. На Дачьяна. Женя так пяткой сбрасывал. Ну, как-то так, будем так говорить, непросто это все. Дубицкий на центр. Захаров. Дачьян на Кузьминского. Снова Дачьян. Вот так прорывается, пробивает. Ну, лучше, конечно, туда на Румянцева Василия передачу отдал. Мне кажется, Вася выгодно открывался. И сброс какой-то мог бы дать бы Жене. Ну и Женя бы уже бил бы. Куда эффективнее такие комбинации, как раз когда тебе сбрасывают или накатывают. Как удобнее можно это озвучивать. Неплохая попытка от Аксим Тенко. Андрей издали, конечно, бьет, но почему нет? Битки. Своей манере тут же вперед забрасывает. Румянцев очень неудобно пробил. Сегодня на воротах команды «Симонс» Маргун. Вот так, друзья. Редко можно увидеть, когда остроухих болея нету. Вручает как раз таки Михаил Маргун. Но Фричук сделал хорошее ускорение, но этого было недостаточно. Кузьминский. Ну а на Фричук. Дачьян. Дубицкий. Рисин Сергей на Дубицкого. Анафричук. Пас, конечно, врагу не пожелаешь. Так бил в игрока своего. Сейчас только что.
уже куда хотела, казалось бы, исправиться, но все равно. Максимтенко, Румянцев, Кузьминский. Сияна, Кузьминский. Конопличук, Дубицкий в разрез. Что дальше? А дальше супер шанс только что. Более чем Рисин пробивал. Неплохо, на самом деле, друзья. Хороший прорыв. И каркас ворот попадает. Кузьминский. Рисин. Дубицкий не стал забирать у него мяч, а вот такой пас неожиданный, но причем хороший. Загни. Ай-яй-яй, Маргун там как-то выручил свою команду, но потихоньку Симонс, мы видим, привыкает к тому, что забросы Виталий делает постоянные, заточена, будем так говорить, игра у Виталия именно как раз кидывать на нападающего, который забегает. Почему здесь не побежал Мануфричук, не знаю. Клименко на Миссюру. Маргон. Уже проскочил эту зону Дубицкий. Нужно, конечно, пытаться на партнера ориентироваться, а не просто забегать в этой ситуации по флангам. Этого не всегда достаточно в низких лигах. Наверное, одной из важных вещей. Я думаю, что Днепр та команда, которая разыграется. Мне кажется, что они нащупали свою игру, и учитывая, что футзальное покрытие не всегда привычно. По центру принимает сразу в разрез туда, на Захарова. Фричук остановился. Пока что 0-0. Больше каких-то интересных моментов было у Днепра, но опять же это зависит, как будет счет меняться. Куда больше будет зависеть, нежели просто хорошие попытки защиты. Миссюра. Еще
Бещан. Клименко. Снова Евгений Бещан. Активно, не пряник. Пытается комбинировать. Хороший разрез. Кузьминский. Ух, как неудобно для себя же. Пробил. Владимир Кузьминский. Дощиана. Кузьминский хорошо обыгрывает. Ударная позиция. Вот тут уже ближе к забитому. Вручает сейчас Захаров. Артем. Угловой удар. Сюра. Шемпенко. Ну вот так тайм-аут берет Симмонс. Рационально. Так не знал, уже видел, что навес будет, вышел заранее, ну и криком обозначил, где находится. Дубицкий. Загни. Виталий забрасывает очень далеко. Обратите внимание, насколько хорошо и комфортно забрасывает. Дощиян, Максимтенко. Тенко направо, Дощиана. Женя вот так хорошо обыгрывает в стенку. Но не удается заблокировать здесь. Передача пятому номеру. Это был Рисин. Сергей. Дощиян на Румянцева. Василий. Еще ближе. Мессер хорошо разворачивался, не попал просто. Неплохой разворот от Дмитрия. Мог уже выводить Днепр вперед. А так пока что сухо у нас на табло. А ну, Фричук! Дубицкий. Фричук поставил там корпус. Степанищев Дмитрий. Ну и главный удар будет разыгрывать Симмонс сейчас.
Дубицкий. Развернуться ему не дали. Румянцев. Василий Румянцев. Хорошо. Но чуть спин. Тут нужно ждать на самом деле и открываться под партнера, а не просто бежать бездумно во фланг. Дмитрий на самом деле здесь бежал просто неудобно под своего же партнера. Но завелся. Почему завелся? Может быть, раньше передачу хотел. Дещиян Евгений. На Мисюров. Еще один хороший шанс для Днепра. Маргон. Кричук. Вернулся, но ускориться что-то как-то не смог. По всей видимости, не заложил это в своей голове. Хотел пас отдавать. Где-то перекурить, может быть. Недавно забрали тайм-аут, уже где-то у кого-то появляется усталость. Дубицкий. На Кричук. Касание не проходит, и передача. В центре Днепр всегда есть, и это определенная проблема сейчас. Маргун выручает свою команду. Дощия. Но Фричук, Рисин, едва не лишился мяча, но не сказать, что в опасной зоне. Там, я думаю, успел бы исправить. Дощияна. Клименко. Он прочитал ситуацию. Дубицкий. И что, у нас мяч-то в пределах поля остался, друзья. Вот так. Кузьминский. Загни. Дощиян. Задержал с передачи Дубицкий, и сразу же были к нему претензии. Дощияна. Интересно. Рисин. Останавливает его сейчас Сергей. Thank you.
Висин. Прочитали эту передачу, Кузьминский отбирает у него Висин мяч. И вперед направлял туда, как раз на Степанищева. Кузьминский. Бещьян. Румянцев назад на Мисюру. Есть еще 70 секунд. Дощиян. Все раз снова на Дощиян. И снова играл на Мистюре. И тут же контратака сейчас должна была быть от Симмонса. Как они просто остановились. Видимо, время увидели, что 8 секунд до конца. И мотивацию растеряли. Но это неправильно. Это у нас, друзья, свисток. Это означает, что первый тайм окончен. И пока что у нас 0-0. Прозвучал свисток, и, как говорится, второй тайм уже расставить точно все точки над «и», потому что больше у нас времени нет. Вернее, по регламенту нет. Кузьминский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ткачук. Кричук. Моргуна. Кричук Дубицкого сразу. Кричук хорошо переводит здесь сейчас. И близко были к тому, чтобы сейчас забивать. Ну, вот это лишний пас от Захарова, друзья, Артема. Кричук. Два дублирующих удара. Захаров. Дубицкий. Но он Захарова. На Румянцева. Но Фричук пробивает, ну, ни к чему это не приводит сейчас. Снова Дубицкий, но Фричук. Дубицкий. Не точно. Наплывами играет сейчас Симонс. Был промежуток, когда они хорошо атаковали. Сейчас дальше что будет, посмотрим. Сюра. Кузьминский обыгрался с Румянцевым. Загни на Кузьминского. Классно сбрасывает Василий на Кузьминского. Тут зря. Надо было дальше пас давать. На Синтенко. Дубицкий. Ну, зря он там бил, на самом деле. Вот, скорость Дочья, не дают им этого сделать. Шел под левую, как раз таки, девятый номер. Шестой, по-моему, это был номер. Степанищев. Маргун выручает свою команду. Смело так выходит, тут не застаивается в воротах. А Загни и... Василий Румянцев как раз-таки провоцирует на такую работу, заставляет выходить.
Вот в чем дело. В диагонали очень неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Выручает Виталий из огня. Захаров, Рисин, Захаров, лишняя передача назад, все-таки, на мой какой-то взгляд, на мой вкус. Маргун, Фричук попытался смягчить пас, тут нужно было сразу же как на опережение Захарову играть, ну, видим, что не смог. Клименко на Мисюру Дмитрия. Мисюр навешивает Румянцева. Захаров. Румянцев Василий. Дмитричук. Ну, позволять ему пробросить, убежать как-то. Василий Румянцев. Вбрасывает надо Щияна. Евгений налево. На Мисюру Дмитрия. Что дальше? Дальше она отлично блокирует вот этот удар. И у нас угловой. Вот так, друзья. Сбивает Румянцев Василий сейчас. Передача Дмитрия Мисюры. Наклеивался какой-то мяч. Вопрос был только в том, кто забьет. Либо Днепр, либо Симонс. Это делает команда Днепр. Получает, по моему мнению, Ануфричук. Никогда за ним не было замечено какой-то такой агрессивной игры. Но что-то ему здесь, видимо, не понравилось. Решил спалить. Судья это заставил, как говорится, во внимание. Две желтые, да? Две желтые? Понял, все. И Дощиян у нас получает желтую карточку за такие же подобные движения. Вот в чем дело. И забитый мяч получил желтую. Евгений справляется с тем, чтобы забить. Дощиян реализовывает. Передача Кузьминского, как я понимаю. Какая тут записывал. Удается продавить Днепру сейчас второй мяч. И делают они это на 29-й минуте. Вплотную под 30-й. Самый такой сложный экватор из 10 минут для Симонса. Я уже не раз говорил, что во втором тайме тяжелее играть. Мы посмотрим. Так не выручает сегодня не раз. Помогал команде Днепр. Дубицкий. Хороший проход, Рисин. Загни, Виталий, забрасывает. Маргун. Фричук.
Румянцев. Лучьян. Максимтенко на Кузьминского. Есть по диагонали открытый Василий Румянцев. Увидел это Кузьминский второй раз. Получается все же отдать передачу со второй попытки. Кубицкий. Тануфричук. Рисин. Загни. Виталий вбрасывает на Евгения Дощияна. И третий мяч. Женя хорошо пробивает. Достаточно точно. Падают ли сейчас морально духом Симмонс? Да нет, не думаю на самом деле. Я думаю, что классный мяч они провели, они навязали борьбу, хорошую борьбу. Просто, на мой взгляд, их физически не хватает. Отлично переводит мяч головой с передачи Загния Виталия. А сейчас уже провал есть в обороне команды Симмонс. Дубицкий, Рисин, упал, на самом деле не устоял на ногах, чуть опорная нога поехала, дальше Дубицкий. Кузьминский на Клименко, Мисюра. Но Кузьминский развернуться ему не позволяет здесь. Ищет решение Дмитрий. Ну, вот такой навес просто. Касание было Маргуна. Боялся он пропускать мяч в этой ситуации. Thank you.
играл на Ануфричука, не точно, по диагонали. В итоге это все пришлось миссию от Дмитрий. Ануфричук. Спину эта передача неудобна для Степанищева. Кузьминский. Румянцев обыгрался с Кузьминским. Мисюра. Есть перехват от Симонса. Ай-яй-яй. Сколько шансов. Втроем сейчас выходили. Пас не отдавал здесь Степанищев. Почему? Василий Румянцев. Кузьминский. Снова Румянцев. Мисюра. Ну, уже играют, чисто выглядит от Днепра, 4-0 выигрывает. Казалось бы, можно себе это позволять, но лучше пользоваться моментом и наигрывать свои комбинации для следующих игр. Андрейчук, Рисин. Почему не в разрез между игроков? Наверное, не успел среагировать в этой ситуации. Было бы куда симпатичнее. На мой взгляд. На Румянцев Василий. Дубицкий. Дощиян. Обыгрывать не получается. Рисин. Ну вот, казалось бы, мне вот только что сейчас, что близко к тому, чтобы забить. Но нет, и здесь не выходит. Все-таки хорошо Симон сыграли. Очень даже хорошо. 28-я минута стала для них роковой. Такой, знаете, переломной. После чего очень хорошо Днепр себя почувствовал. Снял с себя какую-то вот эту ответственность, которая мешала им хорошо идти в атаку, играть в пас, получать удовольствие от футбола. Они ее скинули и пошли вперед. Аксентенко перехватывает передачу сейчас команда Симонс. Дубицкий. Мануфричук.
Это был последний шанс. Звучит финальный свисток. 4-0. Это более чем уверенная победа. Но все же непростая для Днепра. С чем мы их и поздравляем в этом четвертом туре.